Ким Чен Ын посетил концерт артистов из Южной Кореи. Концерты поп-музыкантов из Южной Кореи в КНДР проходят впервые с 2005 года. Артисты почти два часа выступали в Большом театре в Пхеньяне. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с супругой посетил выступления южнокорейских поп-исполнителей, прибывших в Пхеньян, передает агентство Yonhap. Отмечается, что делегация поп-музыкантов, спортсменов и журналистов из Южной Кореи в составе 120 человек прибыла в субботу, 31 марта, в КНДР. Запланировано два выступления исполнителей, 1 и 3 апреля. Кроме того, в ходе визита делегации должны состояться показательные выступления команды южнокорейских спортсменов под Хэквондо. По словам одного из артистов, Ким Чен Ын предложил провести следующий концерт в Сеуле осенью. Напомним, договоренность о гастролях южнокорейских музыкантов была достигнута 20 марта на фоне подготовки Южной Кореи и КНДР к проведению саммита между президентом Республики Корея и лидером КНДР. Напомним, 27 апреля должна состояться встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ына и Ким Чен Ына в пункте переговоров Пхонмунджом в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. Ранее на этой неделе лидер Северной Кореи вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Корреспондент.нет. По материалам сайта Newsgro.com.